Сейчас запускаем шарманку. Запускай. Сэр, послушайте, что я тут нашел. Так, похоже, а что отряд раздобыть ориентировку и боеприпасы? Огринов. И этот гвардейцы. Обороняющий. Левее, Алик. Это сержанта, слышал такое. Ну, можно, да, от Огринов улучшение взять. Хотя они какие-то не очень все хорошо. Первый уровень. Можно себе сержанта сделать с гвардейцем. Это ими тоже не особо пользуемся. Первый уровень мощности. Все хуйня на самом деле. Содержимое удалено. Ну да, броня тоже ничего себе особо не представляет. Ну брони до хуя дает. Ну возьмем улучшение, наверное. Базайте хреново. А мы против кого? Против тиранидов будем, да? Да. У меня меч тут против тиранидов, который старый. Плюс 20 урона против орков, тиранидов и эльдара. Это против House Space Marines. Угу. Ну чё, высаживаемся? Да. 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 Так что, через пулеметчиков будем или через... Ну... не Андробаши, а я не знаю, слушай. Там да. Будут там танки такие блатные выходить. Ну, понятно. Надо думать. Не, ну, в принципе, если опять мельтаганы возьмешь, пускай ебашит, чё. Ну, можешь из мельтагана опять попробовать, чем грабаши. Обнаружено заражение ксеносами. Операции остановлены до зачистки. Зачистки. Так, ну чё, попробуем. Пора выходить. Очищать рабочие механизмы. Бля, ебать, стреляет. Бля, цени, у тебя все сплавные, чувак. Да-да-да. Ну-ка, а чё за выстрел, дай попробуем. По мини этот, мощный. Прикольно. Я здесь, понял, выдвигаюсь. А если они залезут? А, они залезли. Понятно. Командир слушает, говорите. Уже в пути. А ты управляешь, да? Да. Окай, наши братья захватили победную точку, сэр. Наши братья захватили победную точку. Можно промежуточно играть. Я возьму мельтагана, а ты вместо Дабаши возьмешь пулемет. Командир здесь и готов к бою. Я ж пулемет не взял. Иду к цели. Так, тут понял. Выдвигаюсь. Есть, а есть, найду. Будет сделано. Обнаружено проникновение враждебных ксеносов. Периметр прорвало. Вижу цель. Иду в атаку. Натя. Император будет гордиться. Тиранит уничтожен. Нормально, это был порвет. Ясно. Иду к цели. Пацаны стали рулить. А подожди, а где у него еще там? У него три пацана? Да, вот он этот. У него два пацана, слушает, короче, говорите, да, штурмовик, который дает скорость. Но штурмовик он с мощным лазером. Иду, сэр, тут тирани, докладываю, вижу врага, цель ликвидирована. Зачистка. Отправились на тот свет, пацаны. Операции возобновлены. Убери себе два отряда пулеметчиков. Мне неведом страх. Кого? Пулеметчиков. Шел я отряд вроде. Два так два. Хочешь перекрывать ими основные направления, с которых тише подавить наступающих. А я буду бить отрядами штурмовиков метаться и убивать все. Пора заняться делом. Командир уже в пути. Так, а чё тут больше чё зачистить нельзя? Прибыл отряд с тяжелым оружием. Да, буду слышать, у нас тут сосками подбить. Нам ни на что не хватает, как ни странно. Можно вот там эти взорвать по-быстрому. Пора выходить. Ну, пока ты не поставишь, ничего не будет. Вижу цель. Иду в атаку. Командир слушает, говорит, иду к цели. Все, можете заказывать. Вижу цель. Иду в атаку.
А че, гентистик, нет? Сейчас, смотрю. Не-не-не-не. Меня обучали для таких сражений. Есть у нас цель? Давай. Так. На одного хватило. Так, где их посадить-то, ёпте? Танки пойдут отсюда. Сверху пойдут, вот с этой группы полезут. И сзади, по-моему, еще что-то будет. Да-да, вот, а еще будут по этой, по трубе лезть вон там. Прыгать, скоты. Здесь все равно их надо по ситуации разворачивать. Ну, просто забыл. Давайте, давайте, вот так вот сядете. Вот эти два прохода будете пасть. Начинаем шевелиться, бойцы. Вы знаете, что мы готовы. Так, а вы сядете. Вот тут вот будете помогать. Чего мы забидим на тройку? Вот эти. Матери? Так, ну зад. А, не, пойти могу зад. Да, я могу разведывать комплект, видать. Что вам интересно будет? Да, да, вот так. Через штурмовую возможность скрываться и будет ускорение. А, ну нахуй, не надо, короче. Сейчас штука все пополамает. Заедет. Командир здесь. Так, командир это будет стоять. А, да, понятно. Так, помогу. Пацаны тогда будут зад прикрывать. Вот тут вот будет стоять. Прикрывать. Так, ну все, я аппарат готов поставить. В принципе, да. Все. Вывожу. Води, блядь, проебемся. Обосраться, что ли? Салон его убрать нельзя будет. Приближение враждебной биоформы. Активируйте защиту и молитесь о спасении. И молитесь о спасении. Так, ну пацаны сели. Меня обучали для таких сражений. Отбываю, сэр. Надо в ресурсы поднакачать. Еще заказать чуваку. Вот. И. Атака противника неизбежна. Уже. Неизбежно! Здесь. Они же здесь. Они же здесь. Не идеально, не вижу. Ладно. Слава! Это безукоризненная верность! Подавляет прикольно. Раскидывай. Зашибись под перекрестным огнем. Я и тех посадил. Есть! Так. Иди там крой, я эту сторону. Это место заражено тиранидами. А, нет, слушай. Я иду помогать. Я в пути. Мне не верится. Я здесь, но не слушают говорите. Они сейчас я покажу, как это делать. Ну, уничтожено, как по учебнику. Выхожу. Ну, Кастро, поближе держу, блядь. Сади его, блядь. Близко. Я так не нахуй. Трубу полез. Смотри, сейчас будет прикольно. Хуяк! Сорвать ясно. Окей, окей. Крой. Нормально, держим. Командуйте, садись, это что ты иду на цель. Тиранид уничтожен. Вот что будет пиздец. Уничтожено, как по учебнику. Маленькая победа. Блядь, тебе отряд перемалывай, чувак. Ой-ой-ой-ой. Дали бомбу. А, так, отряд один ушел. Сделай сразу еще один. Пехотное подкрепление готово. Так. Блять, она заебала, вот она бить. Блять, видит, достали бы нормально.
Я хоть написал мистику, по-моему. Есть! Но нет, это слишком для них. Командир здесь и готов к бою. Есть у нас цель? Блин, ты три отряда купил. Ну ладно, на один больше. Шевелитесь, парни! О, блядь, сзади идут. Сейчас разверну их. Враги меня недооценивают! Нормально. Держим, держим. Выхожу! Я тут справлюсь. Нормально. Никто не выстоит на пути его войск. Ой, я заметил. Сзади, сзади. Атакуют. Командуйте, сэр. Докладываю. Впереди враг. Вот, как стартовать. Одним пирамидом медведь. Обожаю я такую. Одним пирамидом. Я атакован. Есть, есть. Надеюсь, так, давай. Есть у нас цель? Сдулись? Нет, я думаю, сверху следует. Нет, не сдулись. Много я них тельняшка, блядь. Бля, сзади, сзади, сзади. Так, пацаны, пацаны, давайте. По-моему, отряды ёбнули. Два отряда ёбнули. Нас ломают, пидорасы! Блядь! Как сильный! Мы потерпели неудачу в этот раз. Жестко, жестко, пацаны! А все накачанулись, покинь. Да. Чё-то, блядь, зарулит. Ты не снайпи, делал. О, о, можете притурель ставить. Заебись, кстати. Так, а кому еще десятку дали? Больше никому. Лорд Кастор. Блин, Мельтаган, гнев. Ундекагона. Блик убийство остановили. Здоровье при убийстве от противника. Взрывается, нося урон по площади. Говорят, этот Мельтаган подлежит когда-то капитану Вуду. Просто еще неплохая штука. С вольного торговца он Дакагон Стамельтаган много раз спасал капитан жизни с великой эффективностью создавая врага империю справедливость и возмездие. Кстати, это неплохо, когда получше будет. Когда плотно все вот. Так. А ты чё? Уменьшает твои импизетки. Казни использует по технике. Может все-таки перчатку взять? Все-таки это оставить. Ладно, пускай так. Ну что, попробуем еще разочек зайти. А что тут какие способности по активации вырвалось? Мне тогда лучше взять этого огня, короче. Это ближний бой. Мельтаган. Да-да-да. Петушка, подожди, еще можете взять вот этот шрапнель Паска, который живучий пишет. Да, такой я умный, блядь. Ну да. Так, кому-то еще по тебе. Да, живучий, блядь. У тебя же здоровье 1500, тебе получается такой миличный билд, короче. Короче, блядь. Ну все, можно начинать. Так, это что тут? Сажаемся. Ну, дубль 2, ладно. Первый не затащили. А, без пулеметчика попробую сыграть, не знаю. Да. Чуваков с дробашами, ну я хуй знает.
С мельтаганами. Что-то толпа будет стреляющая. Все. И что, я попробую рисать их вовремя. Я этих тоже рисал, но, блин, все равно, пока откатывался, вот эти со всех сторон. Да, до них все дошли. Они просто не успевают разворачиваться, на самом деле. Да там просто еще юнитов мало. Понял. Выдвигаюсь. Ебать, их рвут. А у Огрина что, тоже мультаган? У него нет дробовик. У них своя оружие. Вот вы идут, пацаны, хуже мультаган. Будет вашей, тиранит уничтожен. Ебать, их рвут. Где техника? Блядь, джип не успевал. Так бы всегда, блядь. Нитка ломает трубы. Ломай, все ломай. 125 бункер стоит. Кстати, я могу пушку поставить. 300 стоит пушечку поставить, кстати. Командир здесь, и пора выходить. Можешь попробовать. Ну, вот такой-то. Как бы, нам не бегай. Вижу цель. Иду в атаку. Ресурсы даст. Понял. Выдвигаюсь. Раз она нужна вам, она будет вашей. Это, аккуратнее. Ебать, они что-то рвут, блядь. Ой-ей, чувак. Зачистка завершена. Операции... Неплохой билд собрали, кстати. Реально, вообще. Надеюсь, это что-то важное. Ясно, иду. Троечки. Поехали. Ну, бери себе этих тогда, пацанов. Контрол 2. Уже в пути. Командир слушает, говорите. Вот так Кастера я посажу сюда. Этого. А, да, понятно. Хотя бы тебе не буду бегать. Пора выходить. По центру. Где аппарат? Миночек все равно надо, конечно, взять. Ломай, ломай. Не собирай чего. Все такой билки, надо бы перемещаться. Да, 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 да. Бегать от толпы к толпе. Вижу цель! Иду в атаку! Так, не надо тут пацанов. Понял! Выдвигаюсь! Чё, не хватает? Слава! Там, да? Это безукоризненная надо, верность! Чё, больше нет ничего? Нету нахуй. Чё, сюда вообще нельзя никак скинуть? Слушай, а я знаю, когда надо задом заехать. Слушайте, если щемят, то хоть... Чувак, сломай все эти бочки вокруг точки, вот так, покатайся. А, да, ты как-то покатался, может, не сломаешь. Да, вот так, вокруг точки объедь, короче, только крайние не ломай. Вот это вот сломай под собой, видишь, он, баллон лежит, чувак. Где? Вормон. А? Хватит. Остановись. Блять, чувак, бомба. А-а-а. Езжай, не. Вниз едь, вниз едь. Вниз едь. Я хочу за задом заехать. Туда, на точку. Что, чтобы передок, когда танк пойдет? Вот езжай. И этого своего отведи, Кастера тоже. Еще отъезжай, небольшой радиус. Кастер отведет еще. Командир, выхожу. Меня обучали для взял, блядь. Я в пути. Мне неведом страх. Так, чё? Я заезжаю на точку? Не-не-не-не-не-не-не. Я пытаюсь замутить. Интересно, мутки.
пацаны. Базарю. Базарю, братан. Что это такое? А, бункер. Мешки с деньги. Ебать. Че, ты хочешь подписал своих туда? У меня пулеметчика, правда, нету. Командир слушает. Ну зато будет охранять, слушай. Нормально. А можно как-то юнитов сдать или долет надо? Слава! Это безукоризненная верность. А я сюда своих засуну. Не залезли, слушай. Блин, башка торчит. Да надо дальнобойных садиться на пулеметчика. Выводи свои. Командир здесь и готов к бою. Давай, ладно, пора. Уже в пути. Так, ну давай, ладно, подъезжаю. Аккуратненько. Перед комом вот так вот. Приближение враждебная биоформ. Биоформ. Сейчас пиздец будет. Так, иди сюда сразу. Биоформы буянить начнут. Сейчас с этой точки попрут. Командир, пора выходить. 300 стоит турелька. Турелька тоже неплохо. Посадим ведь в угол вот пойм сюда. И пускай бы ебашило. Выжигал. Атака противника неизбежна. Они уже здесь. Да правда что ли? А, да, что-то понятно. Нет, выхожу. Оп-оп-оп-оп-оп. Я слушаю. Командуйте, сэр. Брат, ты что, бомбежка пошла на тебя. Понял, хожу. Да, да, не слабые мы будем так. Надеюсь, разъебали. Это что-то вам ясно. Иду. Так, сейчас с отсюда полезу. А, еще и с отсюда. Так, да крой тогда, я тут. Перемолол. Дайте ресурсы, жлобы, блядь. Вообще. Скажите ей, пусть победит. Так, ебать не выкашивай. Выдвигаюсь. Знал бы, дает. Иду на цель. Отойди, сейчас покажу, как здесь. Тиранит уничтожен. Флэш. Так, слева лес, чувак. Ебать, он с плазмы выстрелил, все сдохли. Вообще, я видел. Я окружен! Слева. Надеюсь, это что-то уничтожит цель. Бегом! Выхожу, у нас цель ликвидирована. Давайте, подбегайте ближе. Блядь, вы уже ебали. Блять, ну что, вот что это интересно, блядь? Дверь нахуй, ну кей, блядь, дверь. Чуваки, ебать. А нахуй ебать. На башки, блядь. Пуски вонючие, блядь. Снизу, пошли. Никто не выстоит на пути его войск. Я понял, выстрел делает. Я слушаю. Залезай, короче, мешать.
Блять, укрепился. Сторон. Так, вон они лезут с танчиками. Танчики сняли. Все. Бля, ебать, можно сделать ремонтный бункер, и он чинит, короче, ближайшее строение, прикинь. Да. Да. Будет починочка. А можно медицинский сделать? Медицинский нахуй лучше тебя чинить. Давай я один медицинский. Я тоже чиню, короче. Заодно. Типа реген, короче. Заебись. Надеюсь, а что еще можно поставить? Слушай, можно еще что-нибудь поставить? Сколько у нас еще? Ну, нам еще там поставить. Лучше накопим, блядь. Ой-ой-ой, опять ушел. Делайте там погодали. Ништяк, а щит не маловой. Кто-то понимает так теперь. Давайте. Выхожу. Это радует. Так, и рабочий механизм. Ля-ля, его чинит, слушай. Я говорю, один бункер чинит, другой лечит. Да, покоцали, походу. Один медицинский, короче. Вон они идут сбоку. Ага. Со всех сторон, сзади еще идут. Вот он. А, нет, потом клана. Кто пошел? Кто пошел? Вижу врага. Так, можно туда сбегать, там посмотреть, еще что-нибудь взять. Выхожу! Ой, пацанов подкоцали. Нет, плазма очень жесткая. Со сплэшем. А маленькие отрядки плохо, где такой хуяк здесь готов, блядь. Да-да-да. Бля, мне это. Короче, блядь. Понял! Выдвигаюсь. Да, еще чекнем, что тут есть. Ничего себе. Тут легче будет, мне кажется. Чё, что ли? Полегче. Какая это? Уже в пути. Так. Тогда еще нужно будет бункер расставить. Он же не поедет назад. Уведи, я их надо. Я хочу проверить кое-что, если их взорвать, то что там что-нибудь изменится. Может, вернуть тачки на площадь. Выведи этого чувака. Нет, нет, вперед назад туда. Он не везде может ставиться, понимаешь, тут всякая хуйня мешает, короче. Вообще, зайти. Командир!
командир слушает. Пора выходить. Просто есть кнопка разрушить турель. Все, по тебе можешь разрешать. Я там кругом. Я бать. Да, возвращается. Разрушение. Да? О, не ништяк. Не полностью, но по-моему частично. Нормально, лянь у нас 700. Можно турельку поставить, кстати, сколько стоит. Мультитурель. Че едет? Так, стыд 6.50. Командир здесь и понял. Ну, тут надо, короче, блядь. Надо, блядь, нет. Это ты нарастаешь нечаянно, потому что тут надо вот эти вот трубы сломать вокруг. Ну да, аккуратно попробую. Уже в пути. Так, вот бочком только, вот не заедет, короче. Будет все плохо. Пока это чей? Сейчас бы купил еще пулеметчик. Я, в принципе, могу взрывать. Ой-ой-ой-ой-ой, выруливай! Тоже ломать, да, направо ходить еще. Только направо не поворачивай. Все. Блядь, что-то не ставится, блядь. Только он ставится на самой точке, блядь. Сломай вот эти, блядь, бочки, да. Какие? Вот эти прям пацаны. И взял, объехал. Ебать, пиздец. Давай. Сука, ты заебал. Самое смешное, только, блядь, на центр ставить. Пиздец, блядь. Ебанутая игра, блядь. Ой. Ой, зависло мне тоже. Сим. Ай, блядь. Сейчас я тут все расставлю. Да, ты пока там не торопись. Но я тебе рекомендую противотанковые типа сделать, чувак, и пулеметчиков. На самом деле дробаши не очень. Ну нормально, прям. Ну, не дали. А все равно бабла нету никого сделать. То есть ты их умрешь, убьешь, то, к примеру, они тебе вернутся, вернутся на бабла. То есть ты взорвешь, к примеру, взрывчатку. Да ладно, чего пускай. Так, бабенцию сюда поставим, будет тут дефить. Моих пацанов. Это безукоризненно. Я в пути. Мне не ведай страх. Да ебать, не лагает. Пора выходить. Есть у нас цель? Так, вы сюда садитесь. Все, внутрь. Руки. Штурмовики докладывают о готовности. Начинаем шевелиться, бойцы. Дайте нам цель, а то выхожу. А как ты мины ложил? А, вот нашел. Кассетные мины. Такс, еще мин наложим. Везде все заложим минами. Итак, я все заминировал. Теперь сажаем пацана сюда. Так, ты можешь держать тут. Поэтому я все и заминировал, чувак. Так. Ой, что-то тихо стало, слушай. Не понял. А, я понял. Так, ну там что? Не мелочь самое страшное. Самое страшное там, это, блядь, будет приходить здоровых, надо быстро убить. Надо бы сразу им
короче, это мельтобомбы кинуть у этого у разведчика, короче, у сержанта там мельтобомба есть нарисована. Этого танка. Запоминаешь на какую цифру, короче, нажимаешь. И у этих тоже у штурмовиков с мельтами, они сами с мельтами нормально дамажат, и у них тоже мельтобомба есть. Тоже. Так, нормально, выдерживает. Всеми бомбами кидаешь, короче, это нормально. Угу. Так, ну мелкоту перемалывает. А ты улучшил эти функции, нет? Да, да. Один такой, что? Угу. Вон та танк и чинит, и лечится, пацаны. Ну, все, тебе такой барон. Уничтожено, как по учебнику. Если по ходу дела накопишь на второй отряд пулеметчиков, сразу заказываю. Перемалывает только в пучок. Ты выживаешь? Ага. Уничтожить цель, бегом! Готово! Ждем еще! Все нормально. Ой, я бункер поставил. Лечище хорошо так. А у меня вот звук пропал, короче. Ну, уже понятно, что не так. Вот он. Идет. Этот, стой. Нормально перемололи. Вот этот самый татанчик тиранит вышел и пизды получил. Не лучшая моя работа. Понял. Выдвигаюсь. У меня не канал. Да. Полностью ликвидирован. Ну я пока играю. Сейчас. Чего я следовал ожидать? Так, еще один отряд надо взять. Да, там хуйня осталась, типа, на самом деле. Ладно, не проебать какого-нибудь мудака, который подбежит, сломает все. А, не хватает на ответ. Гвардейцы только. Опа. Че такое? Гвардейцев не заказывают, нахуй. А, все, пошел. Вообще изи. Время сэкономили. Не, кстати, вообще. Последний удар оружейника дали. Продолжить. Сейчас я тогда это... Так, а че выбираем? Отряд огринов качаем. А че там, броня какая-то хуёвая? Да, броня хуёвая, отряд огринов и сержант в этот. В отряд гвардейцев. Ну, огринов давай. Огринов возьмем. Штурмовики лучше огринов. Да. Как штурмовой, даже отряд они лучше. Так, сохранить. Огрины, они типа как бы милишники на самом деле, типа да. С дробаша. Ну напади на деле, они конечно не лучше. В главное меню. Да, вот это вообще. Она фишка в том, что тебе как дробаш, только, блядь, еще и технику прошибает, короче. Я танчика разобрал вообще постоянно. Просто в лед. Даже ничего не успел сделать. Да, прикольно. Казнь мгновенно перезаряжается из спаза при получении урона. То есть ты можешь все время казнить непрерывно, блядь. Да. Так. Ну, в принципе, я все так оставлю, пока пацанов. А что там следующий будет за уровень? Задание доступно. Боевая крепость. Кто знает. Я так оставлю, в принципе. Так, а броньку ты снял с этого пацана, дал? Милищница. Да. Ты себе хочешь взять? Да не, зачем. Мне и так пока нам. Так, светающая смерть. Мы это самое, последний дар оружейника. Кастер огнемет, Берн силовой кулак, Адрастия энергетическое оружие. Мэрику автоматическая. Автоматическая пушка. Ну убери. Цепляй. Ну-ка, что за пушка? Автоматическая пушка сержанта Робина, ёпта. Ох, ебать, кстати, прикольная тема. Робин Бобин, блять, это сидел на трубе. А чё-то 11,7 урон. А, это плазменная винтовка, пушка. Шанс при попадании вызвать артиллерийский удар, ебать. Вывести из строя техника, глушить пехоту, доступно любому вызвать артиллерийский. Не менее 2 дюжин предаторов и дредноутов хаоса
подбил сержант Робин из своей автоматической пушки. Несмотря на то, что автоматическая пушка не считается достаточно эффективным оружием против бронетельных целей, поведение оружия было настолько странным, что пришлось провести дознание на предмет юридической порчи. Да еще необычно обнаружили, а если Робин что-то и знает, то он об этом никому не говорит. Блядь, поднял, зацени, пушка нахуй. Да, я вижу. Тух-тух-тух-тух. Блядь. Выстрелил. Ну чё, продолжаем. Мельту или плазму будешь? Пока плазма. А, не. Пока мельт. Вот это пускай, да, мельт. Ну, мельт это типа дробаша, короче, только крутого, mm-hmm. блядь, энергетического. А плазма это как типа болтер, только тоже круче. Хотя бы плазма прикольно себя показала. Мельт там универсальная, но в ближнем бою. Да, давай плазму возьму себе. А плазма, она так уничтожает, типа, любую пехоту эффективно, особенно тяжелую. Но... Да. Ну, давай плазму попробуй тебе в этот раз. Так уж и быть. Так уж и быть. Я тебя уломал, да? Да. Слушай, так... а ему качнуть вообще изи. Ему он качнется 11 уровень. В смысле? Или все это? А, все, 10 последний? 10 последний. А, блять. У всех последний. Понятно, ладно.